Привет всем мои дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня хочу снять видео. Видео сравнение цен на одежду здесь, в Германии и в России. Мы когда ездили в Россию, купили для Глеба одежду. Сейчас я проведу сравнение между этой одеждой, которую купили мы в России, и той одеждой, которую покупаем здесь, в Германии. Итак, когда мы ездили в Россию, мы купили Глебу вот такие вот раз, два и три майки. И вот такие вот трико. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такие вот. Двое трико. За все за это мы отдали, если пересчитать на евро, 38 евро. То есть это три майки и двое трико. Качество. Сейчас я вам покажу, какое качество. Вот маечка. Вот она один раз. Эти вот две майки стирные. Вот это и вот это уже стирные майки. И вот постиралась. Смотрите, вот нитки все отпадают. Уже все. Начинает тут отходить все. По трико. Какое качество трико? Вот эти трико он одевал один раз. И они тоже уже стираны. И вот эти тоже он одевал один раз. И смотрите, что с ними случилось. Вот сейчас я вам покажу поближе. Вот он их один раз одел. И все. Вот видите? Такая здесь дыра. Это такого качества продают вещи в России. И стоят они довольно-таки дорого. Эти вещи. Сегодня здесь я ходил в магазин НКД. Вот видно НКД. Я купил все эти вещи, если посмотреть, на 19 евро 24 цента. Я заплатил за вот эти вещи. Это я купил вот такие вот две майки синего цвета. Это для Глеба. Две такие вот майки с воротничком красного цвета. Купил себе вот такие вот две маечки, желтую и оранжевую. Купили также мы, моя жена купила и на себе вот такую вот маечку. Сейчас я побольше разверну и покажу. Вот такая вот маечка. И по ценам. Смотрите, цена стоит 7,99, плюс была скидка. Вот эти вот маечки по 2,99, плюс еще была скидка. 4 маечки по 2,99. И мои майки стоят по 3,99. И плюс еще была на них скидка 20%. Это получается у нас на 19 евро 24 цента я купил. И зашел я в магазин Кик. И купил такой вот ему спортивный костюм. Сейчас я покажу. Вот такой спортивный костюм вместе с шортами. Вот такие вот шорты. Такой спортивный костюм. Он стоит всего лишь... По Ангиботу 2 евро 99 центов. 3 евро стоит. И вот получается, что я сегодня потратил всего лишь 23 евро на покупку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вещей. То есть я вот 8 вещей купил и потратил на это 23 евро. Здесь же мы купили всего лишь навсего 5 вещей. И мы потратили 38 евро. И качество не сравнить, которое продается здесь, в Германии. Вещи уже начали рассыпаться при первом одевании. Спасибо большое за просмотр такого моего коротенького видео. Сравнение цен и вещей, которые продаются в России, которые продаются здесь у нас, в Германии. Всем большое спасибо. Всего хорошего. Bis bald. Tschüss.